Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Ганна Соусі і мая суразмоўца, выкладчыца італьянскай мовы Наталля Дуліна, якую звольнілі з лінгвістычнага універсітэту праз яе грамадзянскую пазіцыю. Мы пагаворым пра беларускую вясну 2021 году. Добры дзень, спадарня Наталля. Добры дзень. Я хотела пачаць нашу размову з вашай цытаты ў Фейсбуку. Я сачыла вот за гэтай дыскусіяй. Пасля 25-27 сакавіка першых акцый пратэсту вас таксама некаторы час затрымлівалі падчас гэтых акцый. Вы напісалі, што гэты фармат ужо не працуе. Я цытую вас, напэўна, наступны яркі шматтысячны выхад, як раней адбудзецца ўжо пасля нашай перамогі. Цяпер патрэбны іншы спосабы, і яны ёсць. Але гэта ізноў павінны быць усе. Ну, чаму нас так шмат і так мала, запытваецеся вы. Вот, ці няма ў вас такога адчування? У мяне яно ёсць, вот, апошнія месяцы вельмі, што мірны супраціў беларусаў цяпер увесну не варта ацэньваць з пункту гледжання таго, што мы бачылі ў жніўні ў верасні. А, напрыклад, можна параўнаць з сакавіком мінулого году, ну, ці зусім па-іншаму ацэньваць, не з пункту гледжання шматтысячнай вулічнай акцыі. Ну, если позволите, я бы хотела начать вообще с того, как это родилось, как я это вижу, мою личную точку зрения, и попробовать объяснить для себя, прежде всего, почему это так сформировалось и как дальше развивалось. Но я вообще считаю, что мощным совершенно триггером, как сейчас говорят, для всего этого явилась пандемия. Почему? Потому что, знаете, я никого не хочу обижать. Наоборот, я очень высоко ценю то, что сделали белорусы и продолжают делать. Но мне кажется, что, понимаете, вот такое абсолютное понятие безусловной свободы, наверное, не очень, не так существенно, не так важно для белоруса. И, по-видимому, более такой ощутимой ценностью нашей являются все-таки какие-то материальные моменты, какие-то вещи, которые мы ощущаем на себе, и в том числе здоровье. И вот когда началась пандемия, когда мы увидели, что что-то угрожает нашему здоровью, и в том числе вот такое отношение к этому, мы поняли, что, наверное, надо оторвать себя от дивана и начать действовать. И мы это сделали. И, понимаете, то, что произошло, причем мы делали это не для себя и своих близких, мы помогали всем тем, кто находится рядом с нами. То есть это не эгоистический такой посыл, а не эгоистичность, но как раз-таки таким образом мы проявили солидарность. И мы вдруг почувствовали, что мы как будто бы оторвались от зависимости от власти, от государства. То есть мы поняли, что проблемы мы должны и можем решать сами. И потом это плавно перетекло в предвыборную кампанию. Знаете, да, во-первых, пандемия оказалась, наверное, последней каплей в чаше, в сосуде терпения белорусов. Многие до этого высказывали недовольство, но тянули вот это вот ярмо, то есть, абы не было войны, вот, чтобы только не было хуже. Здесь, в общем-то, все вдруг обнаружили, что ну сколько же можно, ну хватит, это уже перешло все границы. И я думаю, что изначально именно это привлекло внимание белорусов, такое живое, такое активное, к предвыборной кампании. А дальше власть, как, собственно говоря, с самого начала, когда началась пандемия, наверное, сделала все, чтобы подвести нас к тому, к чему мы пришли. Посадки, да, еще перед выборами лидеров, все то, что происходило. Естественно, не было не в пользу власти, а наоборот, еще больше как бы подтверждало то, что мы поняли после пандемии, то есть, что власть не права, что с нами обращаются жестко и неуважительно, и что именно мы должны что-то для этого сделать. И, конечно же, еще одним триггером очень важным стало насилие первых дней.
первых дней после выборов. И вы знаете, вот вы сейчас говорили о том, как вообще оценивать события, скажем так, августа, сентября, и к чему сейчас, от чего отталкиваться, да, чтобы объяснить нынешнее состояние. Вот я помню эти дни августовские, когда 12 числа вдруг все кончилось, как нам показалось, и вернулся интернет, и у нас было ощущение, что мы выдохнули. Вот 16 августа, когда был первый марш, это был, наверное, даже не марш протеста, а марш ликования, марш вот какого-то ощущения даже эйфории, какой-то вот свободы. То есть вдруг нам показалось, что все возможно. Мы упивались своей солидарностью, тем, что мы чувствовали, что рядом с нами единомышленники, те, кто чувствует так же, как мы, и думает об одном, что мы думаем об одном и том же. И, понимаете, эти марши, да, они продлились, они продолжились и в сентябре, и в октябре. Вещи стали меняться, наверное, тогда, ну вот если как бы какие-то найти точки конкретные, когда стали вводить более жесткие меры, уголовное наказание, уголовную ответственность. Вот здесь потихонечку, может быть, стали меняться такие настроения в воздухе, завитало что-то новое. Мы помним, что вот эти вот массовые наши выходы сменились дворовыми акциями, и благодаря тому, что сейчас информационные возможности просто безграничны, мы, конечно же, за этим следили, и это нас всех грело. То есть мы по-прежнему чувствовали плечо друг друга, несмотря на то, что мы не собирались все вместе. И наступило такое, наверное, можно сказать, плато, когда все продолжилось, но уже на каком-то более одинаковом, что ли, уровне, без каких-то вспышек, всплесков. Сударня Наталья, вот я вот хочу якраз, вот вы згадывали про триггер, як пандемія, неповага до чалавечага жыцця, некаштоўнасць чалавечага жыцця. За гэты час такая некаштоўнасць чалавечага жыцця была прадэманстраваная ўладай. І ну, выглядае, што людзі, ну не тое, што прывыклі да гэтага, але гэта ўжо не становіцца триггером, так? Да, вот я как раз и говорю о плато, что, в общем, все наши действия, они не сменились прям полным отчаянием, и нас предупреждали еще, я помню, Мария Колесникова говорила об этом до того, как ее посадили, что мы должны быть готовы к тому, что да, будут моменты такого, может быть, ну, скажем, спуска, что мы, может быть, где-то в какие-то моменты будем замедлять и даже будем высказывать какое-то, ну, если не отчаяние, то скептическое, да, отношение, то есть нам будет казаться, что как-то все не работает, и это нормально, да, то есть и с психологической точки зрения, да, и, собственно говоря, если брать во внимание те условия, в которых мы находимся, это все понятно. Но, вы знаете, я хочу сказать такую вещь, вот мне пришло в голову, что, знаете, мы изначально, вот в первые недели, когда мы выходили, мне кажется, что мы просто думали, что это спринт, а оказалось, что это марафон. И ну, спортсмены знают, что когда это марафон, это уже не рывок, то есть вначале был рывок, а потом, когда мы поняли, что это марафон, то есть мы должны беречь силы тоже. И вот это, ну, скажем, стремление беречь силы, потому что мы в такой ситуации, мы должны двигаться дальше, и это будет нелегкий путь, привело и к такому ощущению, что ну когда же уже, и вроде бы настроения стали меняться. И поэтому, когда, если подвести к тому, что сейчас происходит, да, мы по-прежнему проходим этот марафон, мы понимаем, что в этом марафоне мы в любой момент, каждый из нас может сойти с дистанции именно потому, что власть делает все, чтобы
обнаружить и обезвредить тех, кто ведет себя активно, кто не опускает руки и кто способен за собой повести, убедить других, и для того, чтобы тем самым запугать всех остальных. Я не могу сказать, что власти не удалось это сделать. Мы видим то, что происходит каждый день. Но, знаете, ну, как говорят, смеется тот, кто смеется последний. То есть, да, нужно уметь признавать поражение. Когда Светлана Тихановская говорила в одном из интервью, что да, мы потеряли улицы, я помню, что это вызвало даже какое-то смятение, что, ну, не надо так признавать свое поражение. Я считаю, что это очень честно и очень правильно оценивать это все. И это вовсе не значит, это на каком-то промежутке мы понимаем, что где-то тактически, может быть, мы сейчас не в самом лучшем положении. Может быть, не варто мерить в улице, як основным показником. Ну, сапраўды, гэта тое, што можна пабачыць, але ёсць столькі рэчаў, якія нельга пабачыць. Вось гэта эмоцыя, калі салют быў гэтыя некалькі дзён людзей, так, калі там людзі з вокнаў жыве Беларусь крычалі. А вось гэта як прайшоў дзень волі, ніколі на маёй памяці ён так не праходзіў. Гэта зафіксаваць немагчыма. А вот і тут магчыма пытанне не ў тым, каб мерыць ізноў тым, колькі людзей на вуліцы, ці будзе гарачая вясна, ці не будзе гарачая вясна. Мы бачым актыўнасць на платформе «Голас». Мы бачым цяпер актыўнасць пасля таго, як Віктар Бабарыка ізноў пра партыю нагадаў, колькі людзей ўжо запісалася. Вот гэта нас многа, нас мала, як вы кажаце, гэта ёсць, так? Ну, от, магчыма, проста іншую мерку трэба для гэтага прыдумаць і не глядзець кожны раз, колькі чалавек на вуліцы. Вот як бы вы сфармулявалі? Да, як глядзець на тое, што цяпер адбываецца, як лінгвіст? Да, я с вами согласна. Более того, я вот чуть-чуть так на это намекнула, но не развила эту идею. Знаете, когда я говорила о том, что сейчас этот формат не работает, я имела в виду не то, что мы сейчас технически не можем собраться и вот таким продолжаю и настаиваю мирным способом, потому что все мы продолжаем находиться в убеждении, что мы должны выступать мирно. То есть никаких по этому поводу изменений, предложений что-то изменить и применить какую-то агрессию ни в коем случае. И все это прекрасно понимают. И я этим восхищаюсь, потому что несмотря ни на что, что всем хочется, чтобы поскорее что-то изменилось, тем не менее, я думаю, что это в крови у нас. Вот именно в этом наша сила, то есть выступать мирно. И я хотела сказать такую вещь, знаете, просто дело в том, что даже если бы нас сейчас оставили в покое, и мы могли бы собираться на эти марши, знаете, это уже было бы не то, потому что, как говорится, дважды в одну реку не вступишь, то есть то, что было праздником, ликованием, ощущением, что да, мы по-прежнему смотрим друг другу в глаза и читаем то, что мы думаем в глазах тех, кто рядом с нами, прошел уже момент, когда вот это было той точкой кипения и тем проявлением, которое помогало и нам, и которое показывало власти, что мы неумолимы, что мы настойчивы в своих требованиях. Сейчас просто, понимаете, нужно, наверное, действовать как-то по-другому, то есть оставаться все время на одной точке с одним форматом, наверное, это значит, что мы сами почувствуем уже рутину в этом. Нужно развиваться. И я вспоминаю, что когда я еще работала первые месяцы осени, и мы, преподаватели, поддерживали студентов и вместе с ними высказывали мирным образом свой протест. Я, наблюдая за студентами, обнаружила, что у них потребность и значит, вот их такое видение всего – это постоянно находить какие-то новые форматы, новые пути, несмотря ни на что. И это делает развитие нашего протеста таким живым и свежим. И это действительно производит впечатление и на нас самих, и на тех, кто хотел бы, чтобы мы поскорее, чтобы наш протест сдулся, и чтобы мы поскорее обо всем этом забыли.
Были великие акции солидарности, коли вас звольнили, вашу поддержку. Что вы теперь робите? Есть у вас возможность працы? Тебя беруть вас на працу у Беларуси? Да, вы знаете, у меня все хорошо. Я еще до этого работала на курсах итальянского языка. Я продолжаю там работать. Я, у меня репетиторство. То есть я сейчас, как называю, как это называют, самозанятая. Да? То есть я работаю именно частным образом. У меня очень много работы, много учеников. Знаете, когда вот все это произошло, у меня так мелькнула мысль, что вот, наконец, у меня есть счастливая возможность как-то, может быть, все радикально изменить и вообще обратиться к чему-то совершенно новому. У меня такие мысли возникали и в прошлые годы, и я понимала, что, с одной стороны, это было бы очень, очень здорово, с другой стороны, у меня не хватало смелости на это. Но в итоге, знаете, как-то я все-таки осталась так быстро, работа меня нашла, и я нашла работу. И потом, понимаете, чтобы что-то такое новое, даже очень экзотическое и далекое от моей прежней профессии выбрать, конечно, для этого нужны какие-то деньги, какие-то, какое-то время. И, в общем, ну а надо идти дальше, надо зарабатывать на жизнь. Поэтому, в принципе, я считаю, что все сложилось очень хорошо для меня. Вадим Мажейка, коли звольняўся з Акадэміі фізічнай культуры, гаварыў пра тое, што там студэнтаў закрывалі ў аўдыторыях, калі масавыя акцыі праходзілі. Што цяпер у вашым былым універсітэце адбываецца, вы ведаеце, наколькі там ёсць магчымасць выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, сваю думку выкладчыкам, студэнтам? Ну, я думаю, што, насколько я магу судзіць, я думаю, што радикальна нічого не памянялось. Да, то, о чем вы говорите, происходило и в других университетах. В нашем, может быть, немножечко по-другому, но у нас тоже были ответные действия администрации. И, в общем, вот эти увольнения и даже мое задержание, все это, в общем, показывает отношение администрации к этому. У нас тогда как раз сменилась ректор, и понятно, что в такой ситуации на этот пост должен стать человек, который, в общем, уже, как говорится, со своей совестью договорился, и понятно, что ее сейчас цель, ее задача прикрыть все это, то есть чтобы не было никаких протестов. Сейчас, правда, такая ситуация, мы занимаемся в большинстве случаев, они занимаются онлайн, и поэтому вообще очень редко бывают в университете, поэтому все вот эти вот протесты переместились совершенно в другое поле. Да? И, естественно, студенчество поддерживает вот эту вот такую сплоченность и определенные какие-то акции, точно так же, как дворовые акции, какие-то акции, флешмобы, какие-то действия, они продолжаются. И в этом смысле, конечно, студенты молодцы, они проявляют ну, не просто креативность, да, но что мне очень нравится, я от них это услышала, наверное, вот первый раз осенью, когда начались первые задержания. И вы знаете, что они сказали? Они сказали, что да, мы теперь увидели, что нас боятся. То есть это значит, что мы действительно можем внести серьезный вклад. То есть нас боятся, значит, от нас очень многое зависит. Магчыма, улады і вас баяцца. Некалькі месяцаў таму быў абнародаваны спіс асобаў, якія знаходзяцца ў распрацоўцы Губазіка ў сувязі з удзелам у пратэстаў, і там вы былі. І, ну, от, гаварылася пра тое, што ваш тэлефон знаходзіцца на праслухоўванні. Ці гэта неяк на ваша самаадчуванне, на вашы кантакты, на то, як вы гаворыце, ўплывае, ці там, ну, ёсць такая старая савецкая традыцыя павітаць маёра, які слухае. Як вы з гэтым жывеце, веданнем? Ну, я когда увидела эти списки, так, ну, знаете, я поразмыслила, как всегда, когда есть какой-то повод информационный, что-то такое, я вам скажу честно, что внутри я, во-первых, не удивилась, во-вторых, я не то чтобы не очень этому верю, то есть я допускаю, что мы все где-то под колпаком, кто-то больше, кто-то меньше,
Но я думаю о том, что, знаете, если бояться вот всего этого, там, дрожать, пытаться какими-то иносказаниями объясняться с другими и там приветствовать товарища майора или, допустим, пытаться каким-то образом вот все делать подпольно, да не знаю, как, ну, честно говоря, да, я понимаю, я готова, я долго об этом думала, наверное, я приготовилась к тому, что в любой момент что-то может случиться. И поскольку я так себя настроила, я просто проанализировала все это, и мне стало легче, я это пережила, вот эти мысли. Я не, повторяю, вот в этот список я не очень верю, потому что в нем я нашла людей, которые уже давным-давно находятся за пределами Беларуси, и мне просто показалось, что это какой-то старый список, который когда-то, может, даже еще до моего задержания имел смысл, а то, что за нами следят, и в любом случае, ведь все же знают, где мы живем, и как к нам прийти, куда, то есть, ну, от того, что я буду сидеть и бояться, я ничего не изменю. И знаете, вот такая вещь, о которой я говорила не так давно со своими приятелями, знакомыми. Знаете, есть вещи, наверное, которые важнее даже свободы. Это внутренняя свобода. Внутренняя свобода, мне кажется, заканчивается там, где начинается страх. Поэтому очень важно проанализировать вещи и постараться сделать так, чтобы действительно этот страх ушел. Не загонять его внутрь и делать вид, что ты о нем не думаешь, а просто, ну, понимать, что есть вещи, которые никто у меня не отнимет. Это мое понимание вообще, что такое хорошо и что такое плохо, извините за такую избитую фразу. И это моя совесть, это мое отношение к другим людям, к тому, что происходит, моя система ценностей, понимаете, это очень важно, и, наверное, это то, что пока мы живы, у нас никто не отнимет. Напевно, коли б я вас запыталася, чаго вы сапраўды боитесь, то это не был бы отказ, что я боюсь турмы, як не боятся и многие люди, мы бачим по судах, як, якія твары, якія листы люди отрымліваюць от политвязня. Чаго вы теперь боитесь? Ну, я даже не знаю. Знаете, ну, пока вот так повседневно я не ощущаю никаких страхов. То, что происходит, я понимаю, конечно, что мне очень жаль, что это все продолжается, что все-таки различные попытки добиться правды, да, поскольку вот эта вот ложь, и начиная с фальсификации выборов, и многие вещи, которые происходили еще до этого, в прошлом, все это, конечно же, для нас вот то, что вызывает большее возмущение, да, это насилие и ложь, вот две вещи, которые вот лично меня возмущают больше всего. И, ну, не знаю, вот, ну, нету у меня страха. Может, это плохо, может, знаете, сейчас меня слушает товарищ майор и думает, ну, мы сейчас тебе устроим страх. Не может такого быть, что у человека, человеку нечего терять, да, и он поэтому так спокойно ко всему относится. Ну, я спокойно не отношусь, но вот страха личного такого, который заставляет сжиматься, у меня нет. И я, знаете, сейчас вспомнила такой момент, когда это было 30 августа, по-моему, когда мы вышли, это дело было на проспекте возле ГУМа, и нас оцепили, может, помните, много видео было на эту тему, с одной стороны был ОМОН, с другой стороны поставили войска со щитами, и все, вот был такой момент, а между ними были мы. Мы в какой-то момент садились на асфальт, мы там, в общем, стояли возле ГУМа такой толпой, причем впереди стояли женщины, за ними мы старались куда-нибудь подальше спрятать мужчин, потому что мы поняли, что тогда, в тот день, была указка не брать, указание не брать женщин.
Я стояла с плакатом. У меня был плакат, знаменитый мой плакат любимый, который я потом брала и на другие акции, на котором было написано «Страх убивает свободу, мы не боимся». И вот я стою с этим плакатом, и на меня идет толпа ОМОНовцев, да, вот такая туча. И я стою с этим плакатом, понимаете, и у меня такие чувства, что да, вот на меня двигаются эти вооруженные люди, да, а я стою с этим плакатом, на котором написано, что я не боюсь, да, вот, а я внутри как бы так, ну, чувствую себя очень некомфортно, мягко говоря. Ну, и вот это такой момент, который, ну, подтверждает, что мы же все живые люди, и, наверное, бывают моменты, когда вот у нас тоже сердце сжимается, но хотелось бы, чтобы в целом, да, вот эти вот моменты, они происходят, да, но главное не бояться потерять себя, наверное. Вот опять-таки я как-то скатываюсь к этому пафосу, но для меня это не просто слова. Я очень хорошо понимаю, что я говорю, и действительно, вот, наверное, чего стоит бояться, это если действительно каким-то образом тебе придется расстаться со своей внутренней свободой. Но я надеюсь, что пока мы живы, никто у нас ее, повторяю, не отменит. Спадарані Наталя, а что вас теперь радует? Что дает вам подставу для того, как гонориться, для того, как быть оптимистом? Вы оптимистка, я это вашу. Да. Ну, наверное, если продолжить эту тему, которая вот для меня является очень важной, я вижу в людях не просто такое, знаете, ощущение сплоченности, радость от того, что ты понимаешь, что ты не один, что наконец-то мы поднялись, мы подняли головы. Но и то, что я вижу, разговаривая с людьми, которые рассказывают, вот как они участвовали в каких-то акциях, или как они в каких-то обсуждениях участвовали, или они даже, и это тоже очень ощущается, они избежали какого-то задержания, чего-то еще. И вот я в этих рассказах вижу и чувствую, знаете, такую гордость людей, хорошую, в хорошем смысле этого слова, которые понимают, что они сделали правильный выбор. То есть им есть чем гордиться, и они действительно в ладах с собою, они счастливы от того, что они являются частью этого движения. Я очень за них рада. Потому что, ну, опять-таки говорю, это то, что очень ценно, и никакое насилие не может это победить. Дякую великий, спадарання Наталя. Это была выкладчица итальянской мовы Наталя Дуліна, для якої самое головное – заховать внутреннюю свободу и не бояться. Дякую вам великий, всего наилепших. Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.